Если уж дошло до давить, то я делаю. Если бы не этот человек, наверное, это и не было бы вот того, что вот сейчас есть. Конечно, у меня круг. Да. Все с его творчества все началось. Песня «Без десяти» называется. Я должен прийти к 9 на работу свою, но сейчас уже без 10, а я только встаю. На столе моем завтрак стоит, от него не уйти, и, наверное, я к 9 не смогу подойти. Еще только без 10. Еще только без 10, 9 часов. Объяснительно я напишу, что был у врача, а еще напишу, что часов на пути не встречал. И пускай все ругают меня на работе моей, и пускай все позорят меня на работе моей. Еще только без 10, 9 часов.